Пещера Верой находится в южной части Албании, в непосредственной близости от города Гиракастра, который причислен ЮНЕСКО к городам-музеям. Является одной из самых красивых природных достопримечательностей. Название города в переводе означает «Серебряная крепость». В центре находится громадная цитадель, расположенная на холме над долиной реки Дрин. Вода с пещеры образует голубое озеро у подножья горы, любимое место отдыха горожан. Вокруг озера расположился одноименный парк Верой, где оборудованы пешеходные дорожки и спортивные площадки для отдыха горожан и гостей города. Представляете, какая сила и мощь горного потока спрятана в этой кристально-голубой воде? Вырываясь с пещеры на глубине 25 метров, он создает такую природную красоту. Друзья, не забываем поддержать канал. Кто не подписан, еще подписывайтесь. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь с друзьями. Начинается новый сезон 2020 года, и у нас еще будет много интересного видео. Утром с Аранды мы отправились через перевал в город Гиракастра. Погода нам сопутствовала, дождь закончился, и на улице яркое солнце. Поднимаясь на перевал серпантином, мы понимали причины, по которым предыдущие дождливые дни Олег не хотел ехать. Дорога постепенно сужалась, а обрыв становился все глубже. Итак, парк Верой – это карстовый источник воды, который активно бьет из пещеры осенью, зимой и весной. И только летом поток воды уменьшается. Температура воды в пещере составляет 12 градусов по Цельсию, а прозрачность достигает до 70 метров. В 2016 году Кришиштов Старнавский, мировой рекордсмен по подводному плаванию, аквалангист, спелеолог, альпинист и спасатель, совершил в пещере Верой рекордное погружение на глубину 278 метров. Польский дайвер использовал для погружения два ребризера, это дыхательный аппарат закрытого цикла, подводный скутер и специальная лампа освещения, а его погружение длилось 7 часов. Переехав перевал, мы спустились в долину и повернули в парк Верой. Перед нами открылся прекрасный вид голубого озера, зеркально гладкой водой, в которой отражается небо. И только по отдельным участкам на поверхности можно было заметить силу и мощь горного потока, спрятанного в глубине у входа в пещеру. Друзья, всем привет! Вот мы и добрались на Верой. Вот здесь вот кастовая полость, и здесь мы будем пробовать погружаться и заходить туда вовнутрь. Водичка просто кристальная. Дальше будет? И вот оттуда с гор идет этот поток, где-то здесь. И вот этот вот выброс. Это, конечно, не голубой глаз, но здесь глубина выброса 25-27 метров. И дальше начинается пещера. Наше погружение в пещеру имело две цели. Первая экологическая – это очистка входа в пещеру. Нас поддержал мэр города Гиракастра Фламур Галеми. А также албанские СМИ в новостях отметили, что в акции участвовали дайверы с Украины. Абсолютно не важно, в какой стране ты живешь и на каком языке разговариваешь. Планета у нас одна. Прозрачность воды и вид с глубины Верой просто потрясающий.
входа в пещеру лежит огромное количество мусора, который туда сбрасывали во времена коммунистической бесхозяйственности. Это так граждане Албании называют времена коммунизма. В основном это старые резиновые металлические колеса, трубы и арматура, присыпанная мелким камнем, который выносится потоком воды из глубины пещеры. Почему-то раньше эту полость использовали для утилизации старых покрышек. Бросил в воду, утонуло. Сверху не видно, значит, все замечательно. К сожалению, эта проблема существует во всем мире, а без воды мы просто умрем. Не плюйте в колодец, с него еще придется напиться. Вторая цель нашего погружения – это проход в пещеру и установка ходового конца. Но эта задача оказалась не из легких. Вход в пещеру – это расщелина шириной 10-15 метров и высотой до 2 метров, с которой очень мощным потоком выходит вода, наполняющая озеро. И кроме этого, с глубины пещеры с потоком вылетают мелкие камни. Thank you.
сожалению, в этот раз штурм не увенчался успехом. И после 40-минутной борьбы мы отступили, а пещера осталась непокоренной. Пока! Поднимаясь на поверхность и выполняя все необходимые остановки, еще раз насладимся прекрасным подводным видом Верой. Но определенная техника уже. Я уже, когда меня било, я уже раз как на спину, чтобы манифольдом не удариться, уже знаю, чтобы манифольдом о потолок не ударить. Вот так вот мы сегодня поныряли. Красиво. У всех масса впечатлений. Да, да. И масса эмоций. Ты слышишь? И очень красивое место. Но она не поддалась. Она более суровая и более уверенная в себе. Никого не пустила. Всех выдувало и выбрасывало. Ну, но в этом же и весь вариант. Смысл. Пожалуйста, баллон заливаем. Вот и подходит к концу наши албанские каникулы. Мы отныряли, получили массу удовольствия, узнали что-то новенькое и покажем это вам. Сейчас мы узнаем впечатления каждого, кто принимал участие в этих каникулах. Все было замечательно, экстремально и весело. Игорь, как тебе албанские каникулы? Я недоволен. 2-0 в пользу Вераи и 1-0 в пользу Булай. Значит, надо повторить? Да. Виктор Иванович, как ваши вот впечатления после албанских каникул? Мої враження супер. Перше, ми всі вижили, ми всі зробили велику справу, всі самодостатні, класні, підготовлені. А взагалі Албанія відкрив, прекрасна країна, її треба відкривати. Такі натуральні природні парки, я думаю, навіть в світі їх небагато. Але сьогодні команда дайверів з України зробила добру справу. Тому я вважаю, що все вдалося. Я думаю, ми будемо повертатися додому щасливі, раді, свої сім'ї. Бай-бай. Андрюш. А как тебе впечатление после албанских каникул и серии погружений? Отлично, великолепно. Обязательно приедем сюда еще. Шины там остались. Как твои впечатления после албанских Отлично. Каникул? Отлично, руки болят, ноги болят, все болит. Немножко экстрима, но мы все расскажем на семинаре, все, что будет происходить. Надеемся, что все придут послушать. Обалбание, ребят. Это экстрим дайв. Это не красные рыбки, не прозрак, который мы все так любим в рифах. Здесь экстрим. Но классный экстрим. Египт! Ура! Thank you.
Друзья, не забываем поддержать канал. Кто не подписан, еще подписывайтесь. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь с друзьями. Начинается новый сезон 2020 года, и у нас еще будет много интересного видео.